Всем привет! Вы на канале Уральский массив, меня зовут Александр. В сегодняшнем видео хочу показать, как я рассчитал вот эту самую лестницу. В общем, так, лестница, высота этой лестницы была, ну не лестница, а от пола первого этажа до пола второго этажа была 2705. Вот. Проем у нас был вот такой вот. Так вот. На 800. Вот. 2705 я разделил на 14. У меня получилось 193. Вот. То есть 14 ступеней у меня получилось. Эта лестница, она будет вровень с верхним полом. Так вот сделали ее. Вот. Затем здесь вот я, ну как тут 800, да? Я и здесь 800 сделал. Вот здесь. 800. Тут расстояние у нас было 2640. Вот. Значит, из 2640 я вычел 800. 800. Вот это вот расстояние. Вот тут у меня будут забежные ступени. Вот, вычел 800, у меня получилось 1840. Вот, вот это расстояние осталось 1840. И 1840 я разделил на 8. У меня получилось 230. Вот. То есть здесь у меня получилось 8 ступеней. 3, 4, 5, 6, 7. Ну, 8, понятно. Так. Затем здесь я сделал 3 ступени. Забежные. Вот так вот. 3 ступени. И сюда добавил еще 3 ступени. То есть получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ступеней получилось. То есть вот так вот у нас получился подъем. 193. Тут у нас 230. 230 это у нас получилось по косоуру. Ступени мы добавили еще 3 сантиметра. Ступень у нас получилась на 260. 260. Лестница была без ограждения. Ну, я ее установил. И заказчик ограждение потом будет делать сам. Ну все, кому понравилось видео, подпишитесь, поставьте класс, напишите комментарий. И, ну, до нового видео.